Я начальник лаборатории Харьковского физико-технического института. Лаборатория называется «Лаборатория молекулярной физики и техники низких температур». Занимаемся вопросами разделения газовых смесей. В частности, я принимаю участие в конференции по поводу разделения биогаза, то есть газовой смеси метана и диоксида углерода на основные компоненты метан и СО2. Эта проблема имеет два аспекта – экономический и экологический. Экономический заключается в том, что метан, в общем-то, топливо, и извлечение его из биогаза поможет решить энергетическую проблему Украины, в которой довольно мало запасов энергетического топлива. А с другой стороны, ограничивая выброс метана в атмосферу, мы уменьшаем так называемый парниковый эффект, который создает метан и диоксид углерода. Даже просто сжигая обыкновенно метан, мы преобразовываем его в СО2 и уменьшаем в 21 раз парниковый эффект, который получается от этого неконтролируемого выброса в атмосферу. Но это проблемы в основном свалок твердых бытовых отходов, и очистных сооружений, где происходит неконтролируемый выход биогаза в атмосферу. Я думаю, все.